Всем привет! Мои очередные приключения начинаются с трехдневного похода по Кинбургской косе. Я надеюсь, вам понравится. Приятного просмотра. Тупо движняк. Вот это я понимаю, приехали, короче. Поход. Огонь разбирает палатку. Ну, по-мастерски. Нам выделили палатку, а то мы все забыли, короче. Нас и снимаешь. Нас снимают, да. Все снимаются с камер. Трехдневный поход. 300 человек. Возможно. Ну, не знаю. Ну, судя по всему, реально, посмотри. Я такое никогда в жизни не видел. Ладно, будем собирать палатку, короче. 7 утра. Ой, какой 7 утра? 5? 7, разбежался. Короче, едим. Консервные банки. Нормально тупо. Сколько время? 5:45. Тупо. На костре это все подогрели дело. Людей до хрища просто. Песка, блядь, накидали в цукровебный консерв. Это просто. Не, я в консерве закрытом, не нормально. Даже не доставал, я нормально. Жрём бы выдвигаться в ЖК. 40 км, да? 40 км. Пози нет, 30. 40 км сегодня ел. Ну, комедь, короче, я не знаю, как это будет. Такие сумочки, 20 килограмм. Ну, я не знаю, сколько они весят, кстати, я не взвешивал. Я взвешивал 20. Вот садка, короче. О, отлично, 5 минут до выхода мы практически собрались. Такой движ нереальный. Я же говорю, ко мне, наверное, палатку примотаем. Или нет, смотрим. Короче, выдвигаемся его. Жестко, блин. Путешествия начинаются. Приключения, точнее. Мне нравится дорога. Вот такая дорога будет, наверное, все 30 километров. Все 70. О, движняк. Ой, еще ему сло сзади. Что сейчас скажешь? Перед началом. Как тебе сейчас, кстати, ощущение? Сейчас будет. Мне нравится, я первый раз в походе, пока нормально. Сейчас посмотрим, что дальше будет. Такой движ, все. Все лазят по кустам. Ты вот сел тупо? Жопой стрелят муравьи, сейчас все на тебе будут делать. Хорош! Ну конечно снял. Как такой не снять? Нормально? Тупо будешь тебя будут хавать. Тут комары реально. Ой, не комары, муравьи реально дикие. Вот это. Локация четенькая. Вот так лучше. Мешает солнце. Что, нормально вообще? Первые 15 км прошли, перевал сделали небольшой, минут 10, посидели. Сейчас идем опять, самыми силами. Что? Не. Короче, тупо степь. Как я уже говорил. Еще песочек этот дебильный. Тут хотя бы по траве идем. Пойдем. Ничего пока интересного не происходит. Такие новости. Да, охереваем, потому что вода кончается, пить хочется, жрать тоже, в первую очередь. Консервы, кстати, прикольные, мне понравились. Первый раз жру кашу, и вообще консервы нормально. Еще один привал. Сейчас будем готовить. Давай, наливай. Давай. Сейчас я хочу показать это. Ну, каждый знает, что это такое. Короче, будет вода кипеть, пацаны. От обычной водички. Скажешь, когда стоп. 10 минут. Сейчас реакция начнется. Что это у нас? Да, вообще нас будет дать. Свинина с амбабаном. Суп рисовый. А это у нас... Аккуратно. Бобовый звезд, да, бобы. Да, вот так. Смотри, давай, короче, ты ложишь, я пакетом придавливаю. Пакетами. Выживальщики, уровень бог. Ну, она пока не сильно. Грулит нормально. Ждем жратву. Пища богов. Все дела. Ноги болят. Яйца вытер. Напас, сломан 20 пачков вирус.
как оно выглядит. А так суп. Ну что похоже? Пишем в комментариях, на что похоже. Это вот. Что больше похоже на рогатню? Ну это жестко. Мы так охеренно поспали 2 часа. Сейчас опять прошли 5 километров. Или больше, я не знаю. Это жопа, короче. Тупо болят уже плечи, натер все, что можно. Между ног, блин, спину. Я анус еще не натер. Короче, тяжело, что ему сказать. Первый раз, тем более, блин, по такой земле, там, ну нафиг. Пока выживаем тупо, потому что нереально. Еще и завтра сколько идти, я не понимаю еще. Мы прошли где-то аж 25 километров вот так где-то. Мы уже сидим 5 минут, а вот пацаны некоторые еще только идут. Колонна длинная у нас, просто большая. Примерно 250-300 человек, но это не точно. Все уже такие тупо уставшие. Посмотрим, что будет завтра еще. И что будет еще вечером. Сейчас немного передыхаем, продолжаем идти. Куда идем мы с пяточком вообще? Короче. Идем впереди своей роты. Видите, да, мы тупо вдвоем вышли, да, мы красавцы. Но это, конечно же, шутка. Это просто группа наша растягивается. Короче. А, просто классно поспали в обед. Да, поспали мы охеренно. Пожрали бобов, а теперь бобы, пасту. Бобы. Бобы это слишком, ты что? Да бобы, суп, блядь, как рыгало, это тоже слишком. Суп тоже. Ну, я же это показывал, там люди увидят, я думаю. Да. Там реально, вот как будто... Ладно, я не буду говорить, а то вот может люди смотрят перед влогом, короче, едят там. Вот, смотри, да все, не продолжай. Будь нас нормальными пацанами, кто-то на рогал суп. Это запаковали, сухой. Короче, блин. Мы идем, уже задолбалось реально, уже между ног так все натек. Сзади идут люди, очень мало тоже, впереди вон там пару человек. Некоторые остались до сих пор на привале, короче, тупо растянулись нереально. Да, по самом деле еще немного осталось. Посмотрим. Кстати. Да, кстати, я на перевале говорил там 20 км, а мы, оказывается, уже прошли больше 30. Ты что, вот такие дела? 32, говорят, да, люди. Короче, посмотрим. Я не знаю вообще. Потом надо у них реально спросить конкретно это. Сколько мы реально прошли. Вы еще посмотрите, с какими пакованами, блин. Это жестко. Реально жестко. Тут пацаны еще такие пришли, короче. Ну, по сравнению с нами, они вообще налегке пришли. Я на тренировку больше вещей беру. О, там привал, кстати. Бля, 25 килограмм. Сейчас мы умотаем. Да, у нас 25 килограмм, блин, на каждого. Сейчас меньше. Короче, будем опять отдыхать. Куда мы еще сожрали, так что нормально. Уже полегче идти, жара спала. Знаешь, пошли отдыхать. Время отдыхать. На некоторых привалах, пока мы отдыхали, нам рассказывали исторические лекции по данной территории. После небольшого отдыха мы продолжали свой путь. Тупо в закат уходим. Финяна. Мое видео без заката не видео, как обычно. Ой, на что я подписался? Ну что, рассказывай. Как вообще? Ну, бля, мы 40 не въебали, но... У меня истерика сейчас будет. Я устал. Да я не то, что устал, я просто убитый. Прикольно. Ладно. Прикольно. Тупо, одни эмоции, короче, я буду молчать. Было бы больше воды, было бы четко, а так хуёво. Все, короче, шопа, да, мы палатку ставим, что уже темно, и подвязывай, завтра продолжим. Батя, мне в яйцах колючки. Завелись. Блять, утро начинается с сброса личного веса. Блять. Сказал, говорит, ваш подопечный слуга. Говорит, жопа не мытая, день будет. Реально, реально, подмыться, считайте, нигде нет, короче, еще будет. Терет что-то, блин. Кровь, песок и сахар. Соль, говно, песок и сахар. Все у него выходило. Короче, это жесть. 6:30, сейчас жрем. Через полтора часа тупо мы идем, короче, на смерть уже. Потому что возле вчерашнего это нереально сидеть, походу. Короче, посмотрим, если это получится. Еще даже солнце не стало, блин. Не, ну красиво все, но прикольно. Еще даже, блядь, друзья не встали. Тупо с немытой воды жопой. Нет. Воды нет. Ну выдержитесь, пацаны. Еще и песок. Класс. Короче, тупо идем жрать сейчас тушеночку. Питаться.
погажене. Это типа очередь за водой, короче. Вот, видите, это уже, блядь, половина очереди сюда. Да, половина очереди еще прошло. Машина только подъехала, тут все сбежались, я даже не смог камеру достать. Что ты хотел сказать, Огонь? Я хотел сказать, что это пиздец. Только не матюкайся потом. Не хочу запикивать. Это очень напряженный момент, я бы так сказал. Блин. У меня болит рука настолько, что я не могу нормально поднять флягу, чтобы просто вот. Только правой. Правой можно и делать. Правой можно и так тоже делать. Короче, лежим. У нас тупо влог, короче, как мы сидим на привале, понял? Лежим, пердим. Да, лежим, короче, нихера делать. Вот он просто что реально. Такую жару идти нахер куда-то. Что-то снимать, это надо быть таким придурочным. Еще 6 километров, но это уже страшно. Сразу причем. А что, мы завтра еще идем? Ну только, видимо, до парома. Десятка. Что его нахер сразу делать? Тут еще показать-то особо нечего. Только вот такие очередя. Даже не за колбасой. Ничего не хочу говорить, я хочу отдыхать. Нахер я сюда приехал. Я больше не поеду в такие походы. Блин. Манал, я такие подходы. Еще и с таким весом, охренеть просто. Ты себя вот примерно по такой местности шли? Ну, обахерен. Да. Рассказывай. Только без матов. Вчера только приехали. Я просто решил. А сейчас опять собирать. Сказали, что будем спортом в 5 часов. Нормальные пенечки. Это такие, собираем лагерь, блять, мы будем. Да, охеренно, короче. Куда? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я зайду на смерть, понимаете, типа. Ну хорошо, хоть дали поспать, отдохнуть, пожрать, блин. Но опять идти по пляжу, ё-мо, я думаю, это все, но это не все. Понимаете, все разочаровали? Какая тебе разница с матами или нет, я ж не заблокирую, просто запикаю. Мне придется пикать много. Да не пикай. Это одни эмоции. Я на видео как Иисус выгляжу. Оп. Сзади такая. Нимб. Вот так и завершились мои приключения на Kindle. Было очень тяжело, но мы справились. Я получил море позитивных эмоций, узнал много чего нового. Советую вам выходить за рамки своего комфорта и открывать что-то новое для себя. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.